Власти немецкого города Ахена, расположенного на границе с Бельгией и Нидерландами, начали раздавать жителям таблетки с йодом. Эта мера принимается на случай аварии на атомной электростанции Тианж в Бельгии, в корпусе которой обнаружено около 100 трещин и более 3000 дефектов, в связи с чем немцы предпочитают перестраховаться. Задача нашего агентства по чрезвычайным ситуациям – избегать ненужной паники. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Но в то же время мы не хотим недооценивать угрозу и должны отнестись к ней со всей серьезностью. Поэтому мы готовимся к возможному инциденту. Жители Германии и Нидерландов добивались от бельгийских властей закрытия двух расположенных по соседству АЭС, но безрезультатно. Хорошо, что есть такая инициатива, но все равно мне не становится от нее спокойнее. Когда начинают раздавать такие таблетки, это значит, что что-то пошло не так. Власти Бельгии утверждают, что безопасности АЭС Тианж ничего не угрожает. Три реактора этой АЭС, самые мощные в Бельгии, были построены в 75-м, 83-м и 85-м годах. Их плановая остановка должна произойти до 25-го года.